Начинаем продолжать читать 78-й псалом, который есть у меня. И мы с вами остановились где-то на 10-м стихе. Он очень длинный, как вы видите. Видите, 72 стиха в нем. Такой пока что для нас уже 4-й величине псалом. Да. И вот, значит, мы с вами дошли до вот этого места. Вот, например, в 9 стихе мы говорили про смог и тем. Да? Мы говорили о том, что их проявляли. Они, значит, комментариями традиционными относятся к тому мидрашу, согласно которому племя Ефраима, оно слишком поторопилось уходить из Египта. Я тебя не очень хорошо слышала. Да, да, звук от тебя идет незавидный. Какой-то такой. Да я знаю. Это моя вина, я не заметил, что я не сделал. Вот сейчас вот хороший, например, сейчас звук. Сейчас лучше. А вот, да. Значит, что касается Ефраима, то мы увидим в конце, что все это играет очень большую роль. Вот. Значит, и мы остановились на 9 стихе, где сыны Бней Ефраим, Ношкей Румей Кешет, то есть сыновья Ефраима или ефраимляне, вооруженные копьями и луками, Гавху Бейом Крав, обернулись в день сражений, обратились назад в день брани. Надо запомнить вот этот вот образ, потому что они вернутся к нему в конце псалма. Или, может быть, Румей Кешет надо понимать как высоколуки, то есть у них были высокие луки, а не копья и луки. Мы продолжаем читать, и мы постепенно поймем, тут очень сложная, вернее, не сложная, она простая и ясная, но большой очень текст, то надо как бы его держать целиком в голове, чтобы понять его смысл и его, его идеологию и вообще о чем он, зачем он написан. Это, в принципе, я думаю, что один из тех случаев, когда это вполне достижимо понять, просто единственное, что текст очень большой. Вот, они не сохранили завета Божьи и отреклись ходить в законе. Ло шамру, брит элогим, не сохранили завета Божьи, убетурато ману лалехет, и в его, по его Торе казались ходить. Вышкеху алилотав, и забыли его дела, унифлотав ашер Герам и чудеса, которые он им показал. Негет авотам ассапеле. Он против отцов их, то есть перед глазами отцов их, видимо, сделал чудо в Эрец Мисраим с де Цуан. В земле египетской, в поле Цуан. Цуан – это город в Египте. Там, возможно, столица, может быть, и нет, но, в общем, как бы он несколько раз упоминается, как известный в Израиле город. Мне написано, что это древняя столица, другое имя Теннис. Теннис. Да, на самом деле, если приглядеться, то это получается то же самое, те же самые буквы, да? Цан, Туан, да? А Ис – это окончание греческое, да? Да, это греческая, это древняя столица, причем утверждают наши эти самые, ну, наши описания буквально в нескольких местах. Одно и то же довольно-таки, ну, может быть, не очень убедительно звучащее утверждение, что Хеврон был основан на 7 лет раньше, чем Танец. Если Танец был действительно древней столицей Египта, то, конечно, это, ну, невероятно совершенно, но как бы то ни было, вот у нас такие счеты с ними. Как, в данном случае не важно, что это вот, значит, он там вот на полях возле Танеца, он им продемонстрировал, Бог им продемонстрировал свои чудеса.
Сейчас мы узнаем, какие чудеса. Бака ям в авирем. Вая авирем. Он разделил море и провел их. Ваяцев маем кмонед. И установил, ну, как бы, оставил, ну, в смысле, сделал неподвижный, да, установил воды как нед, как они переводят, как стеною, но это, в общем, так, не очень понятно, что это значит. Стену, да. Нет, ну да, это у тебя в телефоне в переводе, да, но в реальности нед не называют, нед это не стена. Но в данном случае, вот здесь они переводят like a heap. Но имеется в виду нечто замерзшее. Нет, это в данном случае нечто замерзшее. У меня написано холмом поставил воды. Ну вот, пожалуйста. Переводе... Это зависит от того, на какой из беспомощных комментариев опирался переводчик. Комментарии беспомощные не в смысле, что их писали беспомощные люди, а в смысле, что как бы в этом псалме, так же, как у многих древних относительно псалмах, это псалом эпохи первого храма, есть слова, которые больше нигде не встречаются, нам неизвестно, что они означают. Вот. Что это означает? В принципе, нам известно. Корень «навы надо», тот, кто двигается. Ну, например, так сказано про Каина, «над», «нодет», это, ну, все скитальцы. Но понятно, что здесь как раз все наоборот. Значение какое-то другое, что он не поставил воду как скитальца, как нечто подвижное, а наоборот, как нечто неподвижное. И по этому поводу трудно это переводить. Как бы то ни было, нам известно, да, то есть переводчики здесь, они выходят из текста и отправляются в другой текст, который нам хорошо известен, текст Пятикнижия, где описывается, что воды стояли стеной, и поэтому они переводят это стеной. Но здесь не сказано ничего про стену. Скорее всего, имеется в виду, что они как бы замерзшие, да, как бы он их заморозил. Вейнахем бе анан Йомам, Ваянхем, Ваянхем бе Анан Йомам, и он вел их облаком днями, Вехоль Галайла бе Ор Эш, и всякою ночью светом огня. Да, то есть мы узнаем хорошо нам известные образы из книги Исход. Ваевка Цурим Бамидбар, и он рассекал скалы в пустыне. Ваяшк кидгомот раба. И напаивал, видимо, их, это пропущено, кого он там напаивал, как великой бездной. Как из великой бездны. То есть страшное количество воды он извлекал из этих рассеченных камней. Вы опять же помните, да, это вот на Синае стоит Моше, он рассекает скалу, и из нее идет вода. Такие чудеса, которые здесь несколько преувеличены в смысле так, поэтического языка. Здесь красиво все это высказано. В принципе, стиль псалма подобен песне «На море», одному из древних текстов нашего писания. Так что можно сказать, что это один из древних текстов. Но по его содержанию мы в дальнейшем увидим, что он древний, но, может быть, не такой древний, как тот. Дальше. Бояцы нозлим мисела, и он извлек жидкости из скалы. Вайоред кенегарот маем. И спустил, как реки, воду. То есть вот пустыня, и в ней текут. Нагар – это большая река. То есть, ну, как бы, в принципе, у нас в Израиле как бы не очень, у нас большими реками богаты, но вообще Нагар – это река большая. То есть так может называться Иор, Нил, так может называться Ефрат, и так называется Иордан, самая большая река, которая есть в нашей земле. Да, для того, чтобы сказать там поток, есть другие слова, нахр. В данном случае вот, прямо в пустыне потекли огромные реки. Ваесифу од лахтолу, но продолжали они ему грешить перед ним. Ламрот эльон бация, раздражать или восставать против Вышнего в пустыне. Вейнасу
Эль-милевавам. Вот это здесь слово «Янасо», оно, видимо, должно пониматься, как искушали его. Нисайон, нисуй – это опыт. Вейнасу эль-билавам, то есть они искушали Бога в своем сердце, проверяли его, да? Лишь оль охель леновшам – просить еду для души своей. То есть они хотели, чтобы он их там вкусно кормил. Искушали его тем самым. Вайдабру бе элухим. Вайдабру бе элухим. Амру гаюхаль эль ларох шульхан вамидба. И говорили о Боге. Сказали, а сможет ли Бог накрыть стол в пустыне? Ну, вот тут мы видим, да, что здесь уже есть некоторое преувеличение того, что написано в Торе. Там не сказано, что они его там нарочно искушали. Там наоборот, в общем-то, какое-то понимание есть, с одной стороны, что люди, ну, как бы это, может быть, ну, они там изголодались или устали от пищи, которую они там... Вот, и вот, значит, здесь обострены... обострен конфликт между Богом и народом. И еще до того, как он их начинает кормить маном, они уже безобразничают, когда вот они как бы спрашивают, а сможет ли он. Там, конечно, в Торе этого нет. В Торе просто говорится о том, что вот как хорошо было там в Египте, там мы сидели у котлов с мясом, там с рыбой, и там были огурцы и прочие радости жизни, а тут вот как-то что-то ничего нет. Вот он сначала их накормил маном, потом, когда, значит, они сказали, что ман им надоел, то тут действительно уже был какой-то момент не искушение, но, по крайней мере, недовольство, которое здесь трактуется как искушение, буквально как чуть ли не теологические вопросы, может ли Бог накормить народ в пустыне или не может. То есть, и тогда Бог действительно на них сначала... одождает их перепелами, но потом их очень сильно наказывает страшно. Да, вот это, как бы здесь наказание, в этом псалме наказание, гнев Бога и искушение Бога начинается раньше даже, чем в самой Торе. То есть там начинается с того, что у них есть потребности, которые его раздражают, но в конце концов их страшно наказывает, а тут они просто как будто вот сидят и занимаются теологическими выяснениями о том, действительно ли наш Бог так велик, как он сам себе кажется. Ген гика цур. Тогда он ударил по скале. Ваязову маем бенхалим ештофу. И тогда потекли воды, и вот здесь уже не реки, а потоки потекли. Ну, как бы тут есть два разных, конечно, глагола. Лазов – это язову. Это значит, что они как бы стали выделяться, капать, а иштифу – это уже скорее текли. Гагам лехем юхаль тет. А также, может ли он дать хлеб? Вообще лехем – это интересно, да? Хлеб в данном случае, скорее всего, имеется в виду мясо. Потому что, ну, вы знаете, да, что лехем происходит от корня убивать, воевать. И во многих старых очень текстах Писания мы видим, что лехом вообще-то означает хлеб. В смысле, не хлеб, а мясо. И мясо было для них хлебом, для кочевников, когда они еще были кочевниками. Вот, но уже в дальнейшем слово лехом начинает означать зерно и зерновые продукты. И в традиции уже, когда она развивается, и эти тексты пишутся, они уже понимают под хлебом тот же хлеб, что им. Даже как в русском языке, да, то есть в русском языке хлеб означает похлебка, а вовсе не нечто, что можно укусить, хлеб, хлебать. Но мы применяем его как буханку, да, то есть вот главная еда, традиционная главная еда, она называется хлебом. Она может быть рыбой там у чукчей, она может быть у кочевников мясом, но она будет называться хлеб. Вот, значит, и вот, значит, хлеб, значит, также хлеб, сможет ли он дать им яхин шеэр леамо? И даст ли он плоть народу?
Вот здесь мы видим, что в данном случае текст действительно старый, и лехом хлеб означает шеэр, то есть плоть. Здесь просто переводится мясо. Да? Шеэр – это плоть, а тело, мясо и также тот, кто разделяет с тобой плоть и кровь. Да? Шеэр. Вот. Даст ли он плоть? Ну, они все переводят мясо. Народ. Лахен, шама, ашем. И вот так услышал. И услышал. Поэтому услышал. Услышал ашем. Вейт абер. И вот они говорят, воспламенился гневом. Вейт абер. Вообще-то как бы, да, это возвратная форма от глагола авар. Перешел. Значит, он как бы перешел сам себя. А смысл этого, что он взбесился. Вышел из себя, да, именно, вышел из себя. Ага. Не воспламенился гневом, как здесь красиво переведено. Post furious, да. Вот, то есть он как бы вот взбесился, вышел из себя. Вэш нишка бьяку. И огонь... Он зажег в Якове. Гам Аф. Ну, против Якова, да, конечно. Яков это в Якове, но мы переводим на Якова. Гам Аф и также гнев Алла бы Израиль. И поднялся гнев на Израиль. Ну, это понятно. Да, Яков и Израиль. Одно и то же. И также тут... Остальные слова это тоже повторение одного и того же. Огонь возгорелся, и гнев подвинулся, пошел на Израиль. Потому что они не поверили в Бога. Вело батху бишуато. И не полагались на его спасение. Вейцав шхаким мимааль. И приказал он облакам сверху. Вэдалтэй шамаим патах. И двери небесные открыл. Вижу, значит, да, мы отворили. Да, отверз древо неба. А? У нас был небольшой перерыв в связи с интернетной, минут, секунд 15-20. Ну окей, значит, поскольку они не поверили в Бога, кигем ло геймину бе элухим, вело батху бешуато, и не полагались на его спасение. Да, вот здесь вот появляется вот эта вот тема, столь важная для всей нашей традиции, для всей нашей как бы не совсем счастливой истории. Когда ну, религия, наряду со своими очень позитивными как бы, свойствами, наряду с ее свойством объединять народ, давать ему некоторую смысл, ну, осмысленное существование, смысл жизни, цели и так далее, и бодрить его в один невзгод, она, конечно же, рано или поздно у всего хорошего есть теневая сторона. В данном случае в нашей традиции приказ верить в Бога и полагаться на него, он приводил к ужасным войнам, которые мы вступали против соперников, с которыми можно было лучше гораздо договориться, чем воевать. И кончалось это всегда ужасно. Вот интересно, что как раз здесь, в этом псалме, нас упрекают не в том, что мы слишком полагаемся на Бога, а в том, что мы недостаточно полагаемся на Бога. То есть всегда можно сказать, что не потому вы вас в очередной раз разгромили, уничтожили, раздавили, отправили в изгнание, что вы полагались на Бога, а потому что вы на самом-то деле в глубине души своей не полагались на Бога. И поэтому Бог от вас отступил. И это, безусловно, аргумент, с которым мало что можно сделать. Да, мы видим такие споры внутри традиции о том, кто кому что должен был сделать и как. И мы видим, что эта ситуация постоянно повторяется.
Вот. Здесь вот мы видим как раз ровно это самое. Здесь обвиняется Израиль в том, что он слишком мало верил, когда Господь даже вот ему буквально показывал каждую секунду свою мощь и свои способности, а народ все равно не верил. Это ровно то, что описано в книге Исход. Книга Исход, собственно говоря, этому посвящена. Она посвящена вот такому парадоксальному эпизоду мифологической нашей истории, мифической нашей истории, нашего национального мифа, когда Бог буквально делает все, что только возможно, чтобы доказать свою мощь, а народ все равно недостаточно верит. Понятно, что текст этот написан, наверное, позже, чем этот псалом, я имею в виду Тора, что мы видим, что здесь нет изложения прямого Торы, а есть несколько, есть изложение какого-то поэтического, более поэтического видения того, что Тора потом излагает более прозаически. И задача тех, кто писал, скажем так, публиковал в 7, 6, 5 веках до нашей эры Тору, их политическая задача была показать как бы причины тех событий, которые с ними самими произошли. Да, то есть вот мы недостаточно верили, и поэтому Бог нас недостаточно защитил. Вот если мы будем по-настоящему хорошо верить, то Бог нас по-настоящему хорошо будет защищать. И вот посмотрите, как, значит, наши предки тоже недостаточно хорошо верили, хотя Бог показал им все, что вообще можно было показать, все чудеса. Когда пишется этот псалом, ну, по-видимому, эта эпоха несколько более ранняя, чем формирование Тора, которая до нас дошла, он, как и многие другие псалмы, которые мы до сих пор уже успели прочесть, он смотрит на легенды, легшие потом в основу пятикнижия Торы, как на некоторое доказательство того, что Бог когда-то, безусловно, творил чудеса. И во многих псалмах мы видим беспомощный и отчаявшийся вопрос, почему ты делал это тогда и не делаешь этого теперь? Да? Вот здесь, в этом псалме, мы видим, не видим такого вопроса. В этом псалме мы видим, что автор даже косвенно не обвиняет Бога ни в чем. Не ставит ему в вину то, что он их не защищает. Он прямо говорит, если сыновья Ефраима смылись с поля, сами виноваты, плохо верили. И вот они так же плохо верили, как наши предки. Тут он, конечно, себе несколько противоречит, потому что, если вы помните начало этого псалма, то он там все-таки обращается в самом начале. Вот. Мы слышали и мы узнали, что и отцы наши рассказывали нам, и не скроем от детей чудеса, которые он сотворил. Он поставил устав в Иакове, положил закон в Израиле и так далее. Да? То есть вначале он все равно полагается на то, что какие-то предки все-таки были достойны каких-то чудес. Но потом он, в общем-то, показывает, что никакие предки никогда не были достойны чудес, потому что даже те предки, ради которых в пустыне в Египте делались эти великие чудеса, они тоже были недостойны. Вот. То есть как бы теория, которая лежит, теология, которая лежит под этой поэзией и многими другими псалмами, это то, что мы никогда не были достойны, и поэтому Бог нас постоянно там наказывает или нас от нас отворачивается. Некоторые псалмы, однако же, напоминают нам о тех случаях, когда мы были достойны, видимо, а вот теперь мы недостойны. Но некоторые псалмы вообще не проводят этой грани. Они просто спрашивают, почему тогда ты это делал? Почему когда-то кому-то было очевидно твое присутствие? А нам оно уже не очевидно, потому что ты никак не реагируешь на наши нужды. Вообще никак. Да? То есть есть отчетливое восприятие мифа как реальности. То есть то самое восприятие мифа как реальности, которое нам теперь недоступно. Да, даже там религиозные люди, они будут говорить, ну это все в каком-то смысле иносказание, может быть метафора. Да, ну конечно, действительно, мы выходили из Египта, все это было, но может это было не совсем так. То есть для них как бы вот эта вот прямая вещь, то есть, которая поддерживала Израиль вместе в течение там 3000 лет. Вот все-таки мы верим, что когда-то Бог для нас это все делал.
Но, с одной стороны, она поддерживает Израиль вместе в течение 3000 лет, с другой стороны, возникает все время вопрос, а почему же тогда это было, а теперь этого нет? Вот, давайте вернемся обратно, где мы были. Вот. То есть, лично мне за этим текстом видна полемика времени написания текста какого-нибудь 7 века до нашей эры. Когда кто-то смеет вообще говорить, да не было это все сказки. Когда этого не было, это рассказывают красивый блин. Вот сходите там к грекам, они тоже там рассказывают всякое смешное. Вот. Но это все нереально. Этого не было, не могло быть. Вот. Значит, как можно противостоять такому? Мы видели, опять же, псалмы, в которых эти люди прямо называются, что вот есть такие, которые не верят. Вот. И когда я их слушаю, буквально там позавчерашний псалом у нас с вами, да, когда я слушаю этих негодяев, я буквально сам начинаю терять веру, и мне становится совсем плохо, и я там вообще заболеваю. Но потом я вдруг понимаю, что все хорошо, потому что все это было. И причем без того, чтобы кто-то ему что-то доказал, без того, чтобы он там пошел и нашел какое-нибудь археологическое, значит, доказательство. Нет, просто он перешел, вот, зашел в храм, вдохнул вот эту атмосферу религии, и она его излечила от его сомнений, ему стало хорошо. Вот. И, значит, здесь вот, однако, этот псалом, он имеет политическую цель. То есть, если псалом, о котором я сейчас говорил, я не помню, 75-й, кажется, может, я ошибаюсь, он говорит о внутренних проблемах человека, хотя, конечно, в любом случае, он их приводит в пример для того, чтобы кого-то обратить, приводит в пример свою собственную веру. Но здесь нет вопроса веры псалмопевца. Псалмопевец здесь вообще не участвует как лирический герой. Он здесь участвует как поучитель, который возвещает публике то, что происходит. И мы увидим в конце с некоторым, может быть, даже изумлением, что, собственно говоря, является его целью. Пока что он нам сообщает о том, что вот в пустыне, даже в пустыне, вот вы не первые, которые сомневаетесь в Боге. Вот, значит, в пустыне они тоже, значит, там сомневались, и как Бог на это отвечал, вот точно такие же сомнения, как ваши сомнения. Он воспламенялся гневом, огонь разгорался, и гнев подвигался на Израиль за то, что не уверовали в Бога и не уповали на спасение. Да, вот мы себе с легкостью можем представить ситуацию, которая описана в книге царей накануне вавилонского изгнания, накануне восстания против Вавилона. Я напоминаю, что в этот момент Иудея была вассальным государством Вавилона. Но он никогда ее не захватывал, он ее получил наследство от Ассирийской империи, у которой она была вассальным государством. Вообще, древняя Иудея, небольшой только период времени, была относительно свободным государством. Вот. Мы, конечно, очень так этот период всячески раздуваем, но оно реально было невелико. И не очень даже понятно, сколько времени оно длилось, но уже в 8 веке это прекратилось. При царе Ахазе, оно, царство было передано этому самому ассирийскому государству одновременно с предательством по отношению к северному царству, которое пыталось воевать и которое в результате было разрушено. Вот. И вот, значит, накануне, в 6 веке, накануне восстания против вавилонян, пророк Ермияу пророчествует, что восставать не надо, да, то есть что Бог не будет защищать вас. Наличие Иерусалимского храма не гарантирует вам, что никакой безопасности. Посмотрите на храм в Шило. Храм в Шило будет упомянут, кстати, в этом псалме тоже. Он был, и Господь дал его разрушить. Это ничего такого необыкновенного. Вот, значит, но мы знаем, что, однако же, царь, который, может, даже и хотел бы послушаться Ермия, он не сумел этого сделать, потому что была очень сильная проегипетская партия при дворе, которая подначивала его восстать против Вавилона. И он это сделал, и было все очень плохо. Да, то есть не он, а они, потому что их было двое. Сначала один царь восстал, потом другой царь восстал. Все это закончилось разрушением царства, храма и много чего еще другого. Вот. Так вот, значит, я думаю, что вот эта вот фраза, о которой мы только что читали, 22-я, да, она вполне могла быть аргументом против. То есть Иеремия в сюжете уже книги царей, Иеремия, как
выступает как суперглавный пророк еврейского бога, а остальные пророки, которые наоборот пророчествовали за восстание, они выступают как лжепророки. Да? Но они вполне могли говорить эту строчку или подобные ей. То есть, вот не верю, ты не веришь в Бога, ты что, не веришь в Бога, что он нас не спасет, он нас не... мы же в него верим, мы верим, мы восстаем, потому что мы в него верим. Ну и соответствующий результат. То есть я хочу сказать, что вот эта вот фраза, которая здесь выступает как фраза чрезвычайно, ну, религиозно правильная, да, такая же точно позиция в другом месте Библии, Танаха, описывается как безумный. Да? То есть иногда бывает, что одно и то же, одна и та же точка зрения и один и тот же лозунг, скажем так, оказывается в разных местах, приобретает противоположные знаки. Значит, здесь вот нас убеждают, что мы должны обладать слепой верой, суперверой, верой, независимо ни от чего. Ты находишься посреди пустыни, и, конечно же, Богу ничего не стоит, счастье тебя одождить перепелами, и ты должен просто в это верить, и ни в коем случае об этом даже не говорить ничего. Потому что если ты скажешь, то Бог это может воспринять как искушение и накажет тебя страшно. Вот мы сейчас это увидим, как он это делает. Вот. Кило геймину беэлухим велобатху бешуато. И не полагались на его спасение. То есть, иначе говоря, на чудесное спасение. Да? Потому что Ишуато, Ишуа – это всегда чудесное спасение. Вейцав шхаким, значит, он поверил облакам, отверз двери неба. Ва ямтер алихем ман лихоль. И одождил на них манну, чтобы есть. Ведаган шамаем натан лам. И хлеб небесный дал им. Интересно, опять же, в Пятикнижии нету идеи того, что ман является небесной пищей, то есть пищей, которую едят ангелы. А здесь она есть. Видите? То есть он приказывает, небеса открываются, оттуда сыпется эта еда. И дальше вот эта фраза «Лехем аберим ахаль иш». Аберим – это вообще-то витязи, герои. Но в данном случае это имеется в виду ангел. Поэтому так это и переведено совершенно верно. И здесь тоже, кстати. Хлеб ангельский ел человек. Цида шалах лахем ласова. И он послал им запас для сытости. Яса кадим башамаем. Он двинул восточный ветер в небесах. Бэйнгэк бэ узо тейман. И он сдвинул мощью своей южный ветер. Но, на самом деле, слово «ветер» мы с переводчиками тут все добавляем. Может быть, имеется в виду, что он сдвинул не только не сам ветер, а вообще сдвинул восток и юг он сдвинул для них. Поскольку мы не видим полного соответствия сюжета, как он изложен в книге «Исход», то, возможно, там были какие-то вещи, которые в те времена рассказывали, которые нам неизвестны. Например, что это за странное, значит, такое вот поведение ветров, этого всего нету в сегодняшней Торе. И это очень интересно, не правда ли, что мы здесь можем в Псалме обнаружить, это не единственный такой случай. Мы также это видим другую Тору, другие варианты Торы в пророческих книгах, в Исаии, главным образом, и в книге Иова, где мы видим другие варианты Торы, которые до нас не дошли. То есть, может быть, и в том виде, как мы ее сейчас называем Торой, но легенды какие-то были другие, которые потом были упрощены, что ли, или наоборот. Ну, в общем, как бы они в конце концов пришли к нам немножко в другой форме, и зачастую целые сюжеты исчезают. Например, там история с Левиафаном, там с Бегемотом, которые есть в книге Иова. Вот здесь вот мы видим вот какие-то передвижения то ли ветра, то ли даже вообще сторон горизонта. Ваямтер алехем ке афар шеэр. И он одождил их как прахом мясом. Да? Одождил на них мясо как пыль.
не переводим, да? Укехоль ямим оф канав. И как песок морской летучие птицы. Переводе птиц пернатых. Красивый перевод. Вы ваяпель бекеры маханегу, и он поверг посреди стана савив ле мишкенотав, вокруг своих жилищ. Тут переводят жилищ их, но вообще-то это его жилищ. Здесь, кстати, то же самое. Нет, у меня переведено хиз. Да, я знаю. А, что... у меня переведено хиз, да. Хиз. Это более точный перевод. Мишкенотав, да. То есть, иначе говоря, его... Ну, вот мешкан, который там стоит, значит, но здесь, поскольку он написан в том множественном числе, то переводчики вместе с какими-то комментариями, на которых они опираются, они решили все-таки на всякий случай их жилище. Потому что, ну, мы видели уже с вами в псалмах, что мешкан, жилище Бога, оно иногда, так же, как сам Бог, приобретает множественное число, как Элогим, например, да? Хотя имеется в виду, что это Бог один, но называют его во множественном числе в знак его величия. Это же самое, я думаю, относится к храму. Вот, мишкенотав. Вот. Ваяхлу, ваизбеу, меот. И они ели и очень насытились. Ватаватам, ватаватам, явилахем. И желаемое имя он привел им, дал им. Да, все это хорошо, да? Лозару митаватам, датава, то есть страсть, желание. Еще не прошла похоть их или желаемое. Вот, видите, что здесь он переводит одно и то же слово желаемое, а здесь прихоть. Да, желаемое, это позитивная такой, как бы, позитивная коннотация, прихоть, это явно негативная коннотация, это одно и то же слово. То есть еще они не стали чужими для своего желания, зару, не отделились, да, от своего желания. От ахлам они еще едят. Нет, от ахлам бепигем еще еда их в устах их. Беаф элугим алабагем. И гнев Божий поднялся на них. Вайгарог бемиш манегем. И он убил среди самых жирных их. Увахурей Исраэль гихрия. И юношей израильских поставил на колени. Да? Ну, вот эти жирные, их это, скорее всего, как здесь переводят, choice men, английский переводчик, да? То есть избранные, лучшие. Опять же, мы не видели, что, ну, в Торе, по крайней мере, как на доставе сегодняшнего дня, мы не видим, что они там лучшие или какие-то особенные, да? Те, которых он там уничтожил по поводу поедания этих самых перепелов. Здесь вот мы видим несколько иных вариантов, который когда-то, видимо, был перед ними в какой-то, может быть, поэтической форме. Бехоль зот хат у од. И при всем том они продолжали грешить или ошибаться. Вело геймину бенифлеотав. И не верили в его чудеса. То есть мы здесь видим, что слово чудеса, его чудеса, оно повторяется, оно возвращается. То есть вы должны верить в чудеса. Просто там, что он там вам является во сне и говорит, как правильно себя вести. Это еще так. Да? Это недостаточно в это верить. Это у каждого, там у нас в Израиле каждый пятый пророк, и у всех что-нибудь такое есть. Нет, это недостаточно. Это личная вера. А вы должны верить в общественную, государственную веру. Что когда надо, Бог приходит и совершает великие поступки. Великие изменения в порядке вещей. Вот. Вейхаль бегевель емегем. И он прикончил в суете дни их. Погубил дни их в суете. Да? Ушнотам бевагала. И годы их в смятении. Ну, мы знаем, как бы, сюжет книги «Исход», что они были осуждены на блуждание по пустыне не после перепелов и не после манна, и даже не после золотого тельца, а после того, как 12 князей
были отправлены в землю Израиля и пришли оттуда с известием, что захватить эту землю невозможно, там обитают страшные великаны, и она вообще недоступна. Вот за это он их оставил в пустыне всегда умирать. То есть мы видим, что здесь как раз сюжет с лазутчиками отсутствует. А они оставлены не за то, что они там не поверили в чудеса, которые он делал, а они как бы испугались войти в землю Израиля. Это как бы немножко другой поворот, связанный с несколько иной, возможно, ситуацией, когда писалась окончательная Тора, которая дошла до нас. Вот здесь этого нет. Может, оно было там, а может и не было. Мы видим, что здесь автор связывает их с тем, в том, что связывает их наказание, смерть всего поколения в пустыне с неверием в чудеса. Можно сказать, что захват земли, они тоже должны были поверить в чудеса Бога и захватить ее, но тем не менее, здесь вот этого сюжета нет. Им Гарагам, если он убивал их, у Драшугу, и они обращались к нему, Вешаву, Вешихару Эль, и снова прославляли Бога. Но здесь перевод, они с раннего утра прибегали к Богу. Интересно, что у нас английский говорит? Нет, английский переводит так же, как я. And they returned and sought earnestly for God. Ну, тут слово шахар, оно, в общем, можно понимать как утро, но вообще-то оно начинает прославлять. Значит, вот они шахару, они прославляли Бога. Когда, значит, он их убивал, если он их убивал, то они возвращались к тому, чтобы его прославлять. Это тоже тема, которая у нас постоянно присутствует, скажем, в книге Судей, где собраны разные сюжеты, между сюжетами есть всегда прослойка, написанная уже в гораздо более поздние времена редактором, который говорит, что вот опять, значит, Господь спас, там, например, при помощи Шимшона. Мы видим, что вообще Шимшон, он как бы спасает, он такой, в общем, террорист, хулиган, и вообще в самом сюжете никак не видно, что Бог особенным образом участвует в его спасениях, так же, как и другие герои, там Гедеон. Ну, в них есть сюжеты, всегда присутствует, что они избранные Богом, но, в принципе, как бы сам по себе сюжет, если его посмотреть внимательно, осторожно, то там нет обязательности вот этих вот привязки к религиозной стороне. То есть эти сюжеты, скорее всего, пришли из более древних времен, когда боги там, если участвовали, то совсем по-другому, например. Имя Гедеона, Ерубааль, означает, что он поклонялся когда-то Баалю, а вовсе не Господу, я нашему Израилю, да, то есть который тогда был Господом Израиля, скорее всего. Ну, как бы там все эти сюжеты, они не обязательно, но между ними всегда, значит, есть морализаторская такая, как бы французская вставочка, типа, французская в смысле, ну, как у братьев Гримм нету морализаторства, а у Шарля Перро, у него те же самые сюжеты, они всегда снабжены с тем, что вот девушки, не гуляйте одни, а то придет волк, вас соблазнит. Как красная шапочка. Вот. Вот такого рода, значит, там вставочки такие есть, которые говорят, что вот Бог, значит, оставил их, и немедленно пришли всякие страшные люди, там филистимляне или кто-то еще, и они, значит, совсем народ Израиля взмолился к Богу, тогда Бог, значит, послал им героя, там, Самсона, да? А потом, когда, значит, они увидели, что с филистимлянами опять все стало хорошо, то есть они там, то опять они, значит, стали поклоняться другим богам, и тогда Бог наш их опять оставляет без помощи, и тогда им описывается плохо, и так далее. То есть вот здесь вот ровно та же самая идея высказывается. Что когда он их убивал, тогда они возвращались, а потом они забывали. Да? И в данном случае пока что они вот возвращаются, и они его прославляют, вышихру эй. И вспоминали, что Бог их скала. Вээль ильон гуала. И высший Бог, высший Эль или высший Бог, их спаситель, избавитель. Вэйфатугу бэпиген, и они льстили ему своими устами. Вот это очень тоже интересный такой момент, который редко встречается, когда, ну, не совсем редко встречается, достаточно, но в общем, когда внутри религиозного текста нам говорится, что нехорошо льстит Бог. У Юнга был такой сон, который
одну из своих книг опубликовал. По-моему, это книга его последняя, в которой он описывает свои мистические опыты и прочие вещи. Что он входит в храм. Причем непонятно, это как бы не христианский, это просто храм. Да, и значит, там буквально как в синагоге в разных местах развешаны такие доски, на которых надписи. Ну, как бы рамки такие. Может, по-моему, это каменные доски, на которых там что-то такое написано. И вот я запомнил, что один, и он особенно это выделяет и запоминается, на одной из этих досок было написано «Не льсти Богу своему». Это, конечно, да, так сильно, да, 20 век, Карл Юнг, психотерапия, психоанализ и так далее. «Не льсти Богу своему». Я думаю, что это трудно, да? Потому что, например, эта книга называется «Тегелим», то есть «Словословие». Что эта книга, как не лезть Богу? Чем вообще занимается религиозный человек? Как он как бы с утра до вечера он превозносит Всевышнего, да? Он его хвалит, да? Прославляет. Но здесь, видимо, разница в том, что они недостаточно, нет всего сердца. Они просто, если бы они там, они как-то, ну вот это неправильно как-то. В принципе, слово «ваефатуху» означает, они его соблазняли. Да, тут он переводит «льстили». Как интересно, у нас переводится здесь. Надоела эта штука, которая мне все мешает. Вот. They flattered him. Значит, в обоих переводах у меня flattered. Как у вас переведено? У меня такой перевод английский. То есть как бы вот... Ну, Бегайло flatter, это близко. Да. Да. Ну, понятно, да? Значит, они его соблазняли, они ему льстили своими устами, увылышу нам, то есть своим... И своими... У меня написано. Как? Я не услышал. Скажи еще раз. У меня написано «уговаривали». Ну, на самом деле, вот мой перевод... Ну, Бегайл, это что-то среднее между льстили и уговаривали. Не, они его не уговаривали, это точно. Это совершенно другое, это неправильный перевод. Это просто плохой перевод. А вот, ну, скажем... Да, это вот... Умоляли, умащивали, как-то так. Да, да. Дело, что петуй – это, в принципе, как бы соблазн. Например, девушек, вот их мефатимутан, то есть их уговаривают, да, пойти, значит, прогуляться в лесок. Вот, петуй, пети – это простак. Пети – существительное, которое из этого корня. Это простак, тот, которого легко обмануть. Буратин такой, которого, так сказать, лиса Алиса и кот Базилио, так сказать, убеждают с легкостью, что надо посадить деньги на самом земле, и там вырастет прекрасное дерево. Вот, это вот, так сказать, из этой области. Значит, в данном случае они льстили ему. В принципе, есть другое слово – вы говорите, именно льстили. Но, в принципе, понятно, да, они его обольщали, да, своими неискренними восклицаниями, да, то есть там в церковь ходили, но по-настоящему там, да. Итак, то есть они даже интересно, что они здесь его льстили дважды. Они льстили ему и своими устами, и своими языками. Это вообще, такого не встречал еще, да, «бефигэм вылышунам». Такого не бывает обычно, потому что это одно и то же, да, что устами, что... Причем и оба слова, это сафа, это язык, и лашон, это тоже язык. Здесь, правда, не сафа, используется другой синоним слова сафа. Сафа – это губа, а пи – это рот. Да, то есть они как бы и ртом, и языком, в общем, они там всячески изгилялись. Их азвуло. У меня немножко тут противоположные значения. Ты уже сказал, что уговаривали – это плохой перевод сами своими, а языком своим… А, у тебя вот это тоже есть, лгали. Да. А, ну но да, потому что они… Володя, они уговаривали не ртом и языком, а ртом… Ну, как у тебя написано, ртом льстили, а языком лгали. Да. Окей. Ну, в общем, как бы то ни было, да, значит, слово «казав», оно иногда означает ложь, иногда означает разочарование. То есть ложь, которая... ты сказал одно, а случилось потом другое.
примеру, Бен-Кохба, Бен-Кохва, никто не знает, собственно говоря, настоящего имени Шимона Бар-Кохвы, тем более, было ли у него второе имя, потому что его звали Шимон, да, в те времена не было фамилии. Но его прозвище было Бар-Кохва, что означает «сын звезды» или «сын планеты». То есть, иначе говоря, счастливчик или тот, кто нас поведет. Раби Акива его, значит, рукоположил возглавить восстание и объявил, собственно говоря, Машех. Но когда восстание было, скажем так, подавлено римлянами, то Бар-Кохву назвали Бар-Козиба, заявив, что он пришел из местечка, которое называется Козиба, а Козиба означает разочарование, сын разочарования. Это как бы двойной смысл, да? Вот, так называют Козибами, Козибой называют пересыхающие реки. То есть, ну, потоки, которые есть, когда дожди идут, есть эти потоки, а потом они, значит, высыхают, их называют Козибой. Вот, то есть здесь, в принципе, есть элемент разочарования в этом слове, значит, ну, как бы вот, и оно перекликается с понятием петуху, то есть, что они его, ну, что они его соблазняли и разочаровывали, да, то есть, вот в этом есть элемент, да, нехороших, неправильных отношений с девушкой, там, здесь есть намек на это. Вот, «Велибам лонахон имо», а сердце их не было верно им, ему. Да, то есть мы видим, здесь продолжается такая развернутая метафора сердечных личных отношений. «Вело неймну биврито», и они не были верны его завету. В общем-то, я бы так сказал, что с точки, если мы присутствуем при некотором судилище, а мы, похоже, присутствуем при таком судилище, где ну, там, поэт обвиняет свой народ и обеляет своего бога. Вообще в еврейской традиции, как вы знаете, тема суда очень важна. Знаете, например, может быть, вам, а может, не знаете, я расскажу вам, что в особо тяжелые времена есть такая легенда хасидская, что в особо тяжелые времена рабаним, хасидские учителя, цадиким, собирались иногда и производили суд над Богом. То есть не над Богом, а суд над его действиями. Богом нельзя производить суд. И в тех случаях, когда они приводили аргументы за и против и убеждались в том, что несправедливые гонения на евреев, которые, ну, разумеется, через гоев, через неевреев, которые там преследуют, ну, во времена Хмельниччины, например, да, то в случае, когда они, значит, приходили к выводу, что гонения несправедливы, они прекращались. Это как-то трудно в это сильно поверить, потому что мы не видим, чтобы когда они прекратились до почти полного уничтожения всех присутствующих гонений Хмельницкого или Гайдамаков. А хуже их не было вообще в истории, ну, за исключением истории с Адольфом гонений, да, значит, это были страшнейшие гонения, тем не менее, но тем не менее, вот, значит, такого рода фольклор есть, да, то есть, что мудрецы, у них есть такая сила, они могут вызвать Бога на суд, или они могут вызвать не Бога на суд, они могут его, например, произнести на нем суд и приговорить к смерти, не Бога, разумеется, а человека, это произошло с Ириэлем Шароном. Это страшно, да, вот, значит, что в наше время, или, может быть, не знаю, кому страшно, но, в общем, это довольно-таки круто, что нам известно, что когда Ариэль Шарон был избран, разумеется, своим правым электоратом и, добравшись до вершины, он резко свернул налево и стал отдавать земли, территории и так далее, то он впал в кому. Но перед этим нам известно, что на него было вынесено проклятие, то есть его судили, признали этим самым виновным и приговорили к смерти. Как-то есть пульса чего-то там такое. Пульса денура называется. Да. Вот. И он таки совершенно страшным образом отправился к Богу. Я тут уже не вернулся. Вот. Я к тому, что, в принципе, традиция суда, она существует. Я не то, что просто выдумываю. Да? Вот здесь мы видим суд. Наш песнопевец, псалмопевец, он Асаф, допустим, условно его назовем, хотя мы видим, что он здесь другой, чем Асаф в предыдущем, в Псалме и там каких-то других. Он Асаф X, да? Асаф N плюс 1. Он здесь выступает как защитник Бога и как обвинитель народа.
Вот. Я думаю, что в его речи тут не хватает деталей. Потому что пока он там рассказывал, как они плохо себя вели относительно пищи, ну хорошо, это принято. Допустим, да, хотя, возможно, он там сгустил краски. Люди в пустыне хотят есть, и трудно их за это так уж сильно упрекать. И пить. Вот. Даже Тор их, в общем, не в такой степени упрекает, как здесь в этом псалме. Вот. А то, значит, дальше он двигается дальше и говорит, что вот они льстили, лгали. Откуда известно, что они льстили? Может быть, какие-то лгали, а среди них были какие-то праведники, которые, наоборот, вовсе не лгали, а искренне верили. То есть вот в данном случае, как бы, когда он переходит вот к этой части, которая несколько ближе к, ну, к истории и к его собственной, к его собственному времени, у него нет аргументов показать, как они там льстили и лгали. Дальше, значит, он говорит. «Влибам лонахон ему». Да? И сердце их неправо, не по-настоящему с ним. Нахон и мо действительно с ним. Так надо было перевести. А вот здесь говорит по-английски. Not steadfast with him. Довольно точно, да? Потому что русский перевод, он ушел немножко в сторону. Неправо перед ним, это не то. Вело неимну биврито. И они не по-настоящему верили или были верны этому самому завету. Дальше. Вегу рахум. Ехапер авон, вело яшхит, ве ерба лигашив апо, вело яир коль хамато. Ну, если бы вы сейчас посмотрели на этот текст, скажем, например, здесь, какой это у нас номер? Вот он. Видите, вот видите текст? У вас есть сейчас другой текст, который я показываю? У меня есть русский. Не, я имею в виду перед вами на экране. А у вас русский? А перед нами на экране есть сплошной иврит, да, и в котором я, соответственно, плаваю. А, отлично, вот смотрите. Вот видите, что здесь столбик все идет, да? Вот только одна строчка, которая не помещается в столбик, да? Вот это она, которую мы сейчас читаем. Вегу рахум, ихапер авон, вело яшхит. Иначе говоря, она не написана в размере этого стихотворения вообще. Она является текстом, который потом используется во многих молитвах в разных немножечко вариациях. Вот, в том числе в там, молитвах Йом-Кипур и Нового года. То есть всех тех молитв, где всех тех праздников, когда просят прощения о грехах. «Вегу рахум ехапер авон» означает «и он милостив, искупит грех». «Вело яшхит». То есть это, иначе говоря, здесь это, скорее всего, ну, скорее всего, это цитата, которая не обязана соответствовать по размеру. Ой, что-то я не туда пришел. Я прошу прощения. Вот, то есть она здесь находится за пределами обычного стихосложения и является цитатой. Очень красивой цитатой, но он милостивый. Не прощал грех, а он прощает или даже будет прощать. Ну, вообще-то это как бы такое неопределенное, но это не прошедшее время. Здесь переводчик это вводит обратно в контекст ну, истории. Но это не так. Вот по-английски but he being full of compassion forgave the iniquity. Но на самом деле тоже не очень точно, потому что вегу рахум, и он это все находится в настоящее время. Вегу рахум, и он милостив, и хапер авон, искупающий преступление, вело яшхит, и не уничтожает, и не уничтожит, даже так можно сказать, да, ну по-русски, тоже вот не уничтожит, в смысле не уничтожает. Ве ерба легашив апо, и многократно возвращал свой гнев. Да, то есть вы видите, что все происходит в настоящем времени, только в разных его вариациях, то есть ербали ошиб апо, это такая форма, как бы в русском языке я не очень разбираюсь, как это грамматически выразить. Ерба это как бы много раз он это делал, но это, разумеется, нечто подобное present perfect, да, то есть это уже произошло к нашему времени. Ошиб амо, вело я ир коль хамато, и он не возбудит, не пробудит всего своего гнева. То есть, иначе говоря, что он
всегда не окончательно гневается, или не в его правилах весь свой гнев возбуждать. Понятно, что если весь гнев, то это уже, наверное, что-то вроде, не будем говорить чего, конца света. Вот здесь очень интересная дальше идет деталь. А, мы с вами заканчиваемся. Давайте закончим на этом очень красивом стихе. Воиско. И он вспомнит, или он вспоминает, кибасархем, что они плоть. Руах голех было яшу. Дух, уходящий и не возвращающийся. То есть, иначе говоря, он вспоминает, что они не он, что они смертны. Да? Это одна из тех строчек, которые показывают нам, что во времена написания никакой веры в будущий мир для продолжения счета или для утешения не было. Да? То есть, может быть, какой-то будущий мир существует, но он не существует как установление счета, то есть суд, где кого-то отправляют в рай, кого-то в ад или что-то в этом роде, и как компенсация за страдания, которые люди переносят здесь. Здесь нам прямо говорится, что человек, все, что с ним происходит здесь, и потом его больше никогда не будет, и Бог это учитывает. Поэтому он их прощает. Ну, мне кажется, потрясающе совершенно такая. Вообще, он очень интересно здесь написан весь, и мы продолжим его читать в следующий раз. Мы с вами дошли до 40-го, и нам еще надо дойти до 72-го. Что немало. Я хочу подвести маленький краткий итог. Ну, да, нет, я не буду подводить итог. В следующий раз я вернусь к итогу. Просто... Потому что в дальнейшем мы увидим развитие, зачем он все это делает. Это не так однозначно. В многих псалмах мы не можем сказать, что мы поняли идеологию и поняли цель. Здесь, в общем-то, мне кажется, мы в конце это сумеем понять. Что он в этом огромном 72-строчном произведении нам хочет сказать. Есть вопросы? Да, очень красиво. Да нет? А, нет, вопросов. Хорошо. Спасибо. Все. У нас там следующее.